Добрый вечер, ребята. Привет, друзья. Я пунктуальный человек, но бывает дни, когда я опаздываю. Но телевизионная работа, чем мне нравится, что 20-30 минут – это небольшое время для опаздывающего. Потому что пока раскачаемся, пока команда придет в себя, пока настроит свет. То есть вот это как раз получается засор 20-30 минут. И потом мы начинаем. То есть мы никогда еще съемку ровно не начинали. Ни на субботнике, ни на спокойных ночах. Добрый вечер, ребята. Еще раз давайте. Добрый вечер, ребята. Ой. Здравствуй, Филя. Добрый вечер. Какой у тебя бравый вид. А этот головной убор тебе очень идет. Таких шляпаксов носили все знаменитые сыщики на работе. Когда я была маленькой, я, естественно, никогда не думала, что я буду вести эту программу. Для меня была большая неожиданность, когда мне позвонили и сказали: «Оксан, вот мы тебе предлагаем такую детскую программу. Как ты на это смотришь?» Конечно, я была в неком замешательстве, но пришла в студию, и оказалось не промо, а первый съемочный день. То есть вот так вот мы приступили к работе.